Добрый вечер всем присутствующим. Сегодня в клубе Алексея Козлова выступает Книжный комитет Александра Соколкина. Вы услышите авторские композиции музыкантов проекта и не только авторские. Начнем с композиции под названием «Dedication». Посвящается московскому гитаристу, известному Ивану Смирнову. Thank you.
Следующая композиция называется «Мытищинская весна». Всех с весной наступившим. Спасибо.
Немного Испании. Хитанито. Thank you.
Большое спасибо. Следующая композиция была написана лет так это 10-15 назад. Называется «По течению». Thank you.
Следующая композиция была тоже написана в годы юности. Называется «Мехико». Thank you.
Посвящена весне. От весны переходим к лету. Композиция вот этого молодого человека. Thank you.
Анатолий Гринченко. Следующая драматическая композиция называется «На краю». Алексей, а можно добавить обработки на гитаре? Thank you.
Спасибо. Еще одна песня из цикла посвящения посвящается известному аргентинскому джазовому гитаристу Луису Салинасу. Называется «Салинас Гроф». Thank you.
следующая композиция называется «На пламени свечи». К сожалению, она не моя, потому что мне очень нравится. Написал ее мой товарищ из Питера Михаил Савичев. Может быть, кто-нибудь слышал? Трио цыганское «Лойково». Никто не слышал? В общем, мега-профессионалы. Он работает в этом коллективе в данный момент. Пишет музыку авторскую, но, к сожалению, нигде не выступает. Вот я попросил исполнить его композицию, он мне разрешил.
Не пугайтесь, следующая композиция с названием «До свидания» не последняя. Thank you.
писатель на тему русской народной песни. Thank you.
Следующая композиция называется на испанском «Tres notas para decir te quiero». В переводе означает «три ноты, в которых я могу сказать, что я люблю тебя». Принадлежит она известному испанскому фламенко-гитаристу Висенте Амиго. Thank you.
Финальная композиция под названием «Спамо». Автор Анатолий Гринченко. Thank you.
Идейным вдохновителем. Спасибо.